Всем привет! Что ж, мы продолжаем свое интересное приключение и будем сейчас проходить дальше и дальше, ведь там нас ждут гигантские злодеи, боссы и всякие чудища. Так, а почему кнопка это не сработала? Ведь она должна перекрутить этот лазер, и теперь мы сможем тут пройти. Даже лопнули этого чудища, успели. Все у нас отлично получилось. Давайте, нам нужно спешить. Нам нужно просто торопиться. Дедушке я забыла то, что его не нужно бабахать. Он сам взрывается. Так. Оп. Взрывайся, монстр. Нет, звезда будет моей. Я ее никому не отдам и не пропущу. Только куда же теперь мне тут нужно подойти? Непонятно. Но я не хочу, чтобы меня этот лазер задевал. Ой. Мы там были на самом краешке от того, чтобы этот лазер назрел, но ничего страшного. Мы испытаем еще раз это все дело. Еще раз попробуем. Куда это ты покатился? Взрывайся, чудище. Так, сейчас мы докатим этот камень наш металлический. Теперь скоро добраться. Ведь он должен был нажать кнопку, нет? Ой, хорошо, что мы не упали. Да что ж ты будешь делать, а? Так, сейчас мы его обратно. Его нужно хорошенечко толкнуть. Прям так очень хорошенечко. Получается. Супер. Это уже здорово. Опа, кое-кто лапнул. И теперь ты. И раз. Здесь у нас флажочек. Так, хоп. Два. А я могу и назад вернуться. Никто меня тут не словит. Ой, кто меня тут не словит? Ничего себе, меня тут никто не словил. Вот условили. Так, хоп. Хоп. Здесь пройдено. Теперь что у нас тут? Ящик. Точнее, это специальный камень, который обшит железом. Оп. Тут мы справились, пробежали. И раз. И два. Это у нас лапнуло все. Отлично. Есть. Смотри, мы даже попали в квадраты сейчас. Оп. Так. И хорошо. Так, сюда мы, значит, придавливаем, берем флажочек и отсюда раз. И два. И круто. Смотри, как у нас неплохо тут получается. Я даже считаю, это очень здорово. Давай. Вот это он вовремя успел кнопочку нажать. Так. Флажок. Отталкиваем. Оп. Ого, вот это взрыв. Смотри, какая табличка нас ждет. И супер битва. Вот он, мистер Железяка. Нет. Меня тут ничего не должно раздавить. Что, мистер Железяка? Ай! Тихо! Начинай запускать! Что? Почему мы не сняли ему ни одно сердечко? Ах ты, мистер Железяка, ты куда от меня бежишь? На тебе! Ага. Я уже знаю, как твои штуки эти будут падать. Получай. Ой, еще и отсюда. Не попали. Нет. Так. Бабах. Все. Что теперь? Где ты делся? Почему-то две штуки посередине точно упали. Никто же не ожидал такого. Ой! Ух ты. Так, ого! Еще и здесь.
Ой, опасно. Так. Сейчас это злоднее. Пускай тебя твои же монстры взрывают. На тебе взрыв. Так, ну что, еще разок, будешь взрываться? Ты, железяка. Получай. Ну что, у него осталось последнее сердечко, и мы его победим. Одно попадание. Давай. Бабах! Получай, ура! Мы победили босса! Ну что ж, вот такая у нас получилась серия, если не понравилось. Мы освободили всех шаров, и теперь ждем продолжения с луной. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока! Thank you.